На одной из улочек, где дороги выглядели разбитыми, а здания оказались слегка неухоженными, стояла постройка. У боковой ее стены, сиротливо сидел крохотный щенок на его хрупкой шейке, болталась какая-то табличка. Подойдя ближе, волонтер сумел рассмотреть, что написано на прямоугольном куске бумаги. Там были простые, но такие понятные слова. «Мне нужен дом». Маленький пес нуждался в хозяине и домашнем уюте, о чем и сообщал неизвестный автор записки. Такой способ привлечь внимание был несколько странным, ведь кроху можно было просто отнести в приют, но кто-то посчитал, что среди толпы людей обязательно встретится неравнодушный человек, который не пройдет мимо. Так и случилось. Белый щеночек с черным пятном вокруг глаза – стоял с растерянным видом, и никто не знал, как долго он пробыл здесь. Однако с появлением волонтера ситуация изменилась, поскольку у малыша появился шанс на спасение. Сотруднику приюта позвонила женщина и попросила о помощи. Когда волонтер приблизился, беленький Кроха слегка занервничал. Он не знал, чего ждать от человека, но первое прикосновение убедило его, что бояться нечего. Погладив малыша, Волонтер осторожно поднял его с земли и взял на руки, а потом снял с крохи табличку, возвещавшую о необходимости найти щенку дом. Сотрудник приюта знал, что теперь малыш будет в безопасности, и таскать на шее веревку ему точно не нужно. Вместо грязной улицы щенок вскоре оказался на теплой подстилке. По выражению его милой мордочки было видно, что для собачки это что-то новое, но комфорт явно пришелся крохи по душе а потом его накормили и приласкали, отчего малютка и вовсе почувствовал себя очень счастливым. Что же, просьба незнакомца о доме, которая была написана на бумаге, исполнилась, вот только было бы гораздо лучше, если бы маленького щенка просто принесли в приют, а не бросили у старого дома.